который работает переводчиком у Александра Страхова, который представлен книгами здесь, который живет под Бостоном на берегу океана, но очень так бедный, скромный, там трудится. Вот. И Волосева, который работал профессором в Ганновере, в университете. Вот. И эта встреча нас, конечно, потрясла, потому что ну, мы знали, что это достаточно известный человек, это ближайший друг Бродского. Бродскому в этом смысле очень повезло, потому что последним трудом Льва Лосева была книга «Высший у нас ЖЗЛ», наверное, многие читали, это биография Бродского. На мой взгляд, это ну, в некотором смысле образцовая биография. Вот. Когда автор сумел себя как-то не выпить, не как филолог, не как друг, и провести вот все лики. Удивительно совершенно. Вот. Но к моему удивлению, потому что я читал как-то Лосева, он оказался совершенно удивительным поэтом. К моему стыду, вернее сказать, потому что я ну, заглядывал, что-то мне там было не близко, близко, там неважно, но как всегда мы невнимательны. Вот. Возьмем брошюру, но толком в нее не заглянем. Вот. И так же и со мной происходило. Но когда я увидел его, услышал, вернее, его стихи, мне показалось, что это очень серьезно и интересно. Вот. И привезли мы эти материалы в Москву. Вот. Ходил я и на канал культуры, туда и сюда. Вот. Естественно, денег не нашлось. Вот. Но когда человек умер, это случилось через 2 года после съемок, конечно, деньги нашлись, конечно, и интернет-порталы, open space, и все, дайте нам съемки, у вас есть съемки в Питере, дайте съемки, у вас есть съемки. Ну и дали, главное, что дали смонтировать этот фильм. Вот он небольшой, это практически ну, телепередача. Вот. Но слава богу, что это произошло. Конечно, осталось много, там 2 часа съемки, монолог интересный его с комментариями к стихам и так далее. Вот. Но вошло то, что вошло. Вот. Мне кажется, там это дает представление об этом человеке. Но остальное, наверное, это уже дело вот, архивной работы. И когда это все будет опубликовано в интернете или где-то еще. Вот. Если готовы, уже, да? Да, тогда спасибо большое за внимание. Вот сейчас фильм «Отсутствие меня». Поэтесь, Виктория.